Основными органами, которые подлежат трансплантации, являются сердце, почки и печень. За 9 месяцев текущего года 4 западноказахстанцам пересажены донорские почки. В общем, такие операции произведены 32 жителям нашей области. Но, несмотря на это, 102 наших земляка нуждаются в трансплантации почек. Все нуждающиеся в пересадке донорских органов состоят в республиканской базе данных, и как только появляется донорский орган, система сама отбирает наиболее подходящих кандидатов. В западноказахстанской области такие операции пока невозможны. И когда станет доступна трансплантация, пока сказать сложно. По сердцу. На данный момент у нас произведены 2 пересадки сердца. 3 пациентов находятся в листе ожидания. По трансплантации почек в листе ожидания находятся 102 пациента. 32 трансплантации уже как бы произведены. Из них 4 у нас произведены за 9 месяцев текущего года. По трансплантации печени у нас на листе ожидания стоят 8 человек, 4 уже произведены трансплантации. Одним из тех, кто дал возможность человеку на вторую жизнь, став донором почки, является Нур Карабасов. Он рассказывает, что ни на секунду не сомневался в том, чтобы отдать свою почку своей младшей сестре, у которой отказали сразу 2 почки. Операция произведена в городе Актобе специалистами из Астаны. По словам Нура, операция прошла успешно, и теперь его сестра и он сам чувствуют себя хорошо. Операция заняла мне где-то 4 часа. У меня они сняли у меня, потом я реанимация где-то с утра до 5 часов я ничего не знал, с 5 часов уже я с себе пришел, все нормально было. На следующий день уже я в палате был, я чувствовал себя хорошо. И после меня где-то в 11-12 начали сестре, уже тоже к вечеру закончил. Все подошло нормально. Сразу почка начала работать. Все пациенты, которым произведена трансплантация донорских органов, получают лекарственное обеспечение за счет местного бюджета. Сергей Уланов, Мирбулат Джагапаров, Рустам Джумашев, ТДК-42.